мы приехали из города Буйчи от ресурсного центра для пожилых. У нас в городе есть центр дневного пребывания для пожилых. Вот приходят пожилые к нам, те, которые одиноки, малообеспеченные. Вот производим там в центре именно лапшу. Это сами мы делаем. Сухофрукты у нас есть, небольшой сад, абрикос, яблони. Есть свои куры. И вот мы делаем свою лапшу. Бабушки вот сделали сухофрукты, блинчики были, продали, булочки. Все это совместно с нашими пожилыми сделали. И 2 года не было ярмарки из-за пандемии. И вот сегодня наконец-то организовали такую ярмарку, посвященную празднику Дню пожилых. И мы очень рады, потому что у нас был проект такой по сахарному диабету, и из 3 областей. Были такие группы, и вот мы здесь встретились, понимаете, 2 года не виделись. И очень рады, конечно, все обнимались, что рады, что встретились, что ярмарка, что увидели, потому что не каждый раз приходит.